С вами Олег, мы сегодня будем играть в Крэша. Вот. Я вчера играл, и сегодня поиграем. Сегодня я хочу стать дальнобойщиком. Шахтер. Сейчас кое-куда съездим. Это вроде бы рядом, да? То ли здесь, то ли вон там. Знаете почему? Сейчас у нас время. Сколько? Вот, и глядите. Если вы играете в Крэша, вы лучше заходите в это время, потому что у людей еще не остается. Вон фуры гоняют. Людей мало становится. Вот. Надо уровень нам. 10 уровень нам нужен, а как мы должны. Пусть это там было же сегодня видно, почти на самом утро играть. Будем работать, 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 работать. Угу. А, урубились. Дайте хотя в форме сесть. И мне обязательно надо это все. Спать в 4 утра.
скутер валяется, сейчас его возьмем и поедем на работу нашу. Ай, блин, собака там была это. О, что сломалась поломка, фура. Гоняют, гоняют, пацаны. Так, в тюрьму посадили кого-то. Ездят здесь. Так. Так, так, так. Ё-моё, вот это что такое? Хавать? А, хавать. Пока ничего не хочу. Я потом схожу, когда буду голоден. Спасибо, пока я не хочу. Так. Получить урын. Твой урын – это просто цифра. Это показатель, насколько ты опытный игрок, как долго находишься на сервере. Люди с большим уровнем больше уважают и легче принимают на высокие должности. Задание «Получи». 10 уровень. Награда за выполнение. А, награда. Окей. Что еще купить? Квартиру, дом. Угу. Приобрести первый автомобиль. Свой автомобиль, пожалуйста, это мечта каждого пацана. Пацан. А то, что достаточно обжился на сервере и можешь позволить себе такую роскошь на сервере, имеется 3 автосалона. Эконом, средняя и люкс. Отправляется в автосалон при приобретении любого автомобиля. Награда за выполнение... Угу. Ладно, поехали туда. Нам на работу. Шахтёры. Thank you.
я один. А нет. Тут пацаны работают. Да-да. Сколько здесь? Двое. Двое. Три пацана. Мало подойдет. Добываем руду. Работа нормальная. Вот так вот мы работаем.
хочу сегодня ради вас устроиться дальнобойщиком, если у меня получится. Я прям не обещаю вам. Я говорю, что получилось главное. Если не получится, ну ладно. Тогда хотя бы денежек это подзаработаем. Ты куда ты летишь, а? Для дальнобоя левел. Здесь это левел нужен. А, ну я понял. Так, где тут у нас левелы? Уровни. Какой у меня хотя бы уровень? У меня, наверное, первый, да, еще? Ну да, первый у меня. Вот так вот мы живем.
Интересно, сколько стоит фура. Так. Ладно, мы это. Сейчас мы, короче, сейчас поставим на паузу, когда мы закончим это все. Я потом его включу. Ну, короче, все. Вот, мы поработали. Пошлите. Поехали. За. Сбили на машине. Короче, я вам покажу, когда приеду. Друзья, вот пришли. Посмотрел. Нет, там не хватает. Питбайк хотя бы купить нам. Он там стоит это. Скутер
90 тысяч. Я вообще в шоке был. Сейчас я перезайду. Вот зашлю в другой сервер. Beep, 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 beep.